Всем привет, друзья! Это канал ArtMod. Я давно не делал видео про свое творчество. Что хотел сказать, что новенького? Я начал давать мастер-классы для компании Panpina. Это кукольная мастерская. Я сделаю ссылочки внизу. И как бы, ну, получилось довольно успешно. Вот, например, да, сразу же покажу небольшой обзорчик новых работ. Вот, друзья, да, с чего начать? Вот с этого оленя. Кстати говоря, я на своем канале сделал мастер-класс, и вот этого оленя я сделал мастер-класс еще отдельно для школы Панпина. Вот, это было классно. Кстати говоря, когда я давал мастер-класс, я ездил в студию к человеку, он, ну, занимается режиссурой, то есть и монтажом видео. Вот, ну, я с ним познакомился, то есть 2 дня я ездил, по 5 часов снимали, вот, получилось очень много именно, ну, материала, то есть человек сделал невероятно титанический труд, все это смонтировал, да, вот, ну, и, то есть мы сделали дело, вот, и это классно. То есть это, в принципе, новая работа, я ее просто так не обсуждал, хотел сделать идеально, есть небольшие косячки, как в любой работе, но меня она устраивает. В итоге она мне понравилась, и хорошо все, она у меня. Вот. Также я хотел еще рассказать про одну работу, которую я не показывал никому. Это проект очень крутой, но как бы работа недоделанная. То есть смысл будет в том, что когда вот она будет доделана, она делается дольше даже, чем это. То есть вот эта работа уже была, а эту я только начал. Вот. Почему? Дело в том, что здесь проблема с электроникой. Здесь напрямую будет от сети 220 вольт работать. Что именно будет, я не скажу. Я потом сделаю обзор. Это будет очень красиво. Здесь новые материалы, новые технологии. Конечно, очень большая сложность была именно создать и придумать... Ну, электронику, которую я здесь задействую. Вот. И то даже еще не прошли толком испытания. Вот. Дальше, какую работу я, да, хочу показать. Вот мастер-класс я дал. И давайте вот эту работку, да, еще не показывал. Вот этого оленя я буду заключать тоже в колбу. Такой клош. Вот как, собственно, и здесь. Вот, для красоты. Но сейчас электроника едет пока что. Просто в связи с карантином я, ну, она немного застоявшаяся работа. Вот. И последнее, да, что я хотел сказать еще по поводу своего творчества. Друзья, вот я сделал вот такую веточку. То есть, оказывается, я понял, что я могу делать не только скульптуры, да, как бы, а еще вот флористику немного. Довольно детальная вещь. И как бы, ну, в общем, на самом деле, что меня сподвигло, да, вот создать вот это, да, это веточка сакуры с цветочками. Ну, мне нравится, на самом деле, как получилось. Здесь тоже использовал я такие материалы, которые раньше не использовал особо. Здесь я использовал пастель. Это такие мелки, они дают тонировку, и поэтому цветочки сами по себе получились розовые с огромным количеством оттенков. Конечно, я добавил детали. И эту работу, да, веточку сакуры, я планирую создать еще один мастер-класс, потому что считаю, что вот этого оленя, ну, создать сложно на самом деле без определенной сноровки. Вот. Но пока что всем нравится, мне нравится получать хорошие отзывы и комментарии о том, что это классная работа, интересная техника. Я решил поделиться на самом деле своими знаниями, да, вот, о хендмейде, считаю это правильным. Я веду сейчас группу из 10 человек, ну это именно вот те люди, которые со мной общаются, и учу их, отвечаю на вопросы, как создать вот эту миниатюру. Вот, когда я закончу, да, это еще там где-то неделька пройдет, вот, люди создадут, кстати говоря, кто первое место получит, получит приз, ну, то есть отдельный, да, вот, а, ну, это там будет конкурс на 3 лучшие работы, вот, а эту я планирую создать в дальнейшем, то есть вот такую веточку, да, будет мастер-класс. Объясню, как делать, здесь ничего сложного нет, но это классно на самом деле, что можно использовать вот, ну, свое ремесло вот,
как мастер-класс, да, и создавать какие-то вещи. Вот, смотрите, вот таким образом она выглядит с другой стороны, но тут тоже ничего криминального нет. В принципе, вот, я на самом деле не особый любитель цветов, но сделал, потому что решил, что это, ну, подойдет для деятельности именно, чтобы там, создать мастер-класс. Вот, ну и все, друзья, наверное, да, на этом все. Также я ссылку оставлю вот на этого режиссера Димона, который снимал мой мастер-класс. И все, давайте, друзья, до встречи, пока!